Друзья, а вот та зона, которую я вам рассказывал, парки Галицкого, японская зона, да, японский спа или что-то такое. В общем, там, конечно, растения какие-то просто невероятные. Растут там и криптомерии, и я не знаю что, цуги какие-то, еще чего-то. В общем, некоторые растения я даже и не определил, что это. Ну, что-то красиво, такие вот домики в виде Галицкий, кстати говоря, тут гуляет по парку по своему. Вот такие вот красивые эти самые, как они называются, пироканты. В общем, красота. В общем, вот так вот все выглядит, бамбуки там разные. Вот, в общем, такие растения, красивые, красивая зона получилась.